Всем привет, ребята! И мы в замке Кэсл. Вот. Смотрим. Всякие могилки. Вот, кстати, сам замок. Вот замок мой. Ну, не мой. Так что вот. Такой замок. Подходим дальше. Проходим. Вон там он такой. Сейчас подойду быстренько, так быстренько подходим. Вот, видите? Можно вот тут встать и разворачивать камеру. Вот, красота. Можем вон так. Это три самых высоких местности у того замка. А сейчас включу камеру, когда уже буду внутри. Это продолжение. Вон я был вон там, за тем углом. Подошел. Проходим. Вот сами двери в него. Тут такая вот комнатка. Две дверей. Такое ощущение. Вот тут опять эти какие-то кирпичики. Я думаю, это могилки, ступеньки. Под ступеньками, мне кажется, это могилки. Вот сам замок Кэсл. Замок Кэсл, вот он. Замок. Это уже внутри, кстати говоря. Такие арки. У меня такое ощущение, это этот замок Кэсл, где великана. Что потолки, смотрите, какие большие, высокие. Вот. Тут еще какой-то такой проход, но в тупик. Проход в тупик. Вот еще какая-то штучка за сетками какая-то. Не знаю, что это. Вот могилка. Сейчас подойду, вам покажу. Вот. Вот какой-то. И кроватки. Вот, кстати, дверка в эту вот непонятную. Сейчас попробую. Она закрыта, открыта. Не, вот, видите, она там закрыта. Та штучка была, ее закрывает. Та такая заездная. Вот, опять такая штучка. Вот потолки опять большие. Кстати, тут нету потолков. По четырем сторонам. Так, еще тут есть какие-то рисунки. Я не понимаю. Типа такие. Вот. Вот. Кто разбирается, напишите в комментариях. Комментарии всегда для вас открытые. Вот. Типа окошко вот. Окно, там небо только видно. Не знаю, для чего такое окошко. И тут закрытая территория. Я так сквозь сетку руку просуну. Вот. А еще там есть выход на улицу. Сейчас выйду на улицу, покажу, что там. Вот. Тут много людей. Это экскурсия. Мы были за этой стеной. Тут двери, видите, в окно. Вот. За этими двумя стенами. Вот. А еще там есть выход. Сейчас иду показывать. Эту штуку мы уже видели. Проходим. Вот тут тоже одна экскурсия. Какое-то сердечко, камушек. Сейчас пойду покажу вам. Сердечко, камушек. Прикольно очень. Вон там опять эта экскурсия, вот этот сам замок. Кстати, еще есть статуя. Вот такая статуя.
Не знаю, что это такое, но статуя какая-то. Вот опять эти могилки. Я могу туда и обойти. Сейчас пойду, обойду, покажу вам. Вот идем, идем, идем. Идем. И вот я уже тут. На минус нам придется туда самой вертаться. Либо сюда. Я думаю, быстрее будет сюда вернуться. Так что вот. Вот. Так что я с вами на этом прощаюсь. Всем удачи. Всем спасибо. И всем пока-пока.